Кстати, друзья, всем любителям бокса мы настоятельно советуем и рекомендуем посетить магазин наших партнеров из Adidas Combat Mart, ведь там вы сможете найти экипировку высочайшего качества по приемлемым ценам. Я очень счастлив. Спасибо, что вы были. Вон, Магас, в первом раунде ты перебил его в стойке. Магомед Исмаилов, Мага, поздравляю. Спасибо большое. Я просто хочу спросить, в конце, после нокаута Василевского, ты хотел к нему что-то говорить? Я сказал, что я люблю и уважаю его практически, как бы. Вот. Все, что я ему сказал, не расстраивайся. Ты лучше. Я его карьеру наблюдаю с самого начала, когда он тур. Игорь, тебя только касается. Когда я только боролся, я очень уважаю этого спортсмена. Это высокого класса спортсмен. Я надеюсь, это поражение никак не повлияет на его решение выступать, продолжать свое выступление. Он просто отличный спортсмен. Мага, расскажи, что ждать дальше? Ждать я буду пахать, вернусь в зал, буду работать, пахать. И ждать будем следующего оппонента, кого нам предложат. Я планирую выйти и еще раз драться. Вообще силы потратил? Конечно, потратил. Славу, чтобы попасть в славу, надо потратить силы, поверь мне. Слава — это не какой-то вчерашний пацан в клетке. Я очень волновался, я очень переживал. Ну, больше, чем с кем-либо я переживал, вот сейчас, выходя на этот бой со Славой. Слава — это очень опытный, очень опытный спортсмен. И очень опасный спортсмен. Очень волновался. Мага, все, что было до этого на пресс-конференции, на взвешивании, ваше толкание, это все было шоу? Да, слушай, вот, конечно, мы просто... Слава — это человек, с которым можно было разогреть этот бой, разогреть интерес к этому бою. Мы очень уважаем друг друга. Вот сейчас, вот следующее же видео я оставлял специально, чтобы выложить его после боя, ну, чтобы я считал его актуальным после боя. Вот я выложу это видео, о всем вам скажу, о наших отношениях, как мы относимся друг к другу. Несмотря на то, что мы вышли воевать сейчас в клетку, за клеткой у нас очень дружеские, теплые отношения. Вот. Что по Минееву, он все говорит, что собирается подписаться в ИСИ, если предложит хорошие деньги, будешь его здесь встречать? Минеева я на улице буду встречать. Я уже неоднократно это говорил. Если мы разрешим все вопросы вот, при личной встрече, тогда мы, возможно, поберемся в клетку. До этого я не вижу смысла, когда у меня с человеком есть какое-то личное, делиться на клетку. Да. Клетку я делюсь с людьми, которые заслуживают уважения. Вот. А вот к Минееву я не испытываю уважения никакого. Вот. И вообще не хотелось бы о нем говорить. Кто он такой, Минеев? Где сейчас Минеев? Я вот в ИСИ, лучшая организация мира, вот сейчас выступаю, берусь с лучшими спортсменами. Где Минеев сейчас? Не хочу даже о нем говорить. Давайте не будем упоминать его. Да, окей, забыли. Да, пусть вот, да, как, если... он, как он был забыт, так он пусть забытым и остается сейчас. Если говорить про уважение, ты провел в свое время схватку с Альбертом Дураевым по трапу. Вау! Реванш будет? Возможно, я... Нет, в ММА нет. Только в трапе. А кто 84? Дураев — это мой брат, очень близкий моему сердцу брат. Я никогда в жизни не выйду с ним в клетку, поверьте мне. Ни за какие деньги, ни за какие перспективы. Альберт, я знаю, вообще радуется за меня, больше, чем я, скорее всего. Окей, а 84 кто, имя? 84? Я не знаю, сейчас надо посмотреть на эту сетку. Если кто есть 84, идеально подходящий для меня. И я буду, не знаю, возможно, я газану в его сторону в ближайшее время. Потому как у меня ничего не болит, мне сейчас стоит поддерживать форму, просто всего лишь поддерживать форму, оставаться в форме. И быть заряженным в следующем году. Можно один вопрос? Если бы бой продолжался все три раунда, готов ли ты был биться в стойке все три раунда? Я планировал биться в стойке все три раунда. Борьба — это был план Б. Это если бы у меня голова начала бы отлетать от ударов, например, да, я ничего не мог бы с этим поделать, я бы нырнул в ноги. Это мой план Б. Есть было чувство удовлетворения, то, что сказал, как бы сделал? Буду боксировать, не забоксировать? Да, я сказал, что буду боксировать, я боксировал. Я его не обманул, я не люблю обманывать даже на пресс-конференции. Я сказал, я буду боксировать,
А потом я прервал чуть-чуть этот и сказал, послушайте, я не люблю Леонида Лжеца, я буду боксировать, но не факт, я сказал, но не факт. Вот, возможно, я туда занырну. Ну, конечно, я удовлетворен, я рад этой победе. Я рад победе над таким большим спортсменом. Последнее, не обидно ли тебе, что ты находишься в прилимах, но при этом к тебе самое большое здесь внимание? Почему не на новый вечер? Нет, мне не обидно. Там очень серьезные спортсмены берутся после Беслана, Шахов, Хаджимурат Хирамагомедов, Альберт Тумедов. Послушайте, какие имена, да, Мурат Абдуллаев. Почему мне расстраиваться? Я согласен быть в прилимах, когда вот такие имена. Я сейчас с удовольствием посмотрю на твои, понимаешь, у меня есть такая возможность. А у них, они сейчас в раздевалках разминались, у них не было возможности посмотреть мой бой. Понимаешь, вот так что все нормально, я счастлив быть и даже в прилимах, в такой шикарной организации, как ICA, блядь. Вот. Магомед, поздравляю тебя с победой. Спасибо большое. Красавец. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Магомед Исмаил. На меня все подписывайтесь. Да. Все, могу я аккуратненько сейчас двинуться? Я спасибо вам всем. Давайте один любой вопрос, любой так, навскидку. Давай, бля, скажи что-то людям, которые думают, что ты реально только блогер, а не боец. Ну, и за меня мои дела должен говорить в клетке. Надеюсь, сказали сегодня. А так я и блогер тоже, в том числе. Возможно, киноактер в будущем. Посмотрим, что там дальше. Все, спасибо вам большое. Мне срочно нужно помолиться. Да, я опаздываю на молитву. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.